подъявильщик выбирает драйв-стоп-кам, вы стоите вторым рядом, не могли бы перепаркнуть? Да-да-да, мы знаем, мы сейчас паркуемся, просто видите, здесь некуда даже встать, мы не можем же просто уехать. Вот там дальше есть что-то типа островка, там можно встать, там будет мешать. Есть островок там можно? Да-да-да, там можно прям заехать, перед светофором там. Например. В сумме, кстати, есть парковка. А знаете, сколько стоит? 100 рублей час. Девушка, вы будете репортировать, либо я рядом. Давай. Вы выбираете клей, да? Давай. Отойди. Удачи. Давайте, ребята. Мне кажется, зачем нам подходить спрашивать? Вы могли подойти спросить, чтобы не стоит, и нарушать закон. Правильно же? Мы все реально стоим, вторым рядом. А зачем? Он стоит на парковке. А вы стоите на полосе движения. Отойди, пока я не буду. Выходите, пожалуйста, я накрою вам предыдущий. Хорошо. Девушка, давай, зайдите от меня. Девушка, давай. Смотри, ты мне машину испортил. Давай сейчас будешь клеить. Иди, ты меня испортил машину. Вы же нормально, понимаете? Ты меня испортил? Блядь, мой муж ждал, пока встанет на место. Ты мне испортил машину, понимаешь? Ты что, охуел, что ли? Серьезно, зачем? Я не трогаю тебя. Блядь, я тебя сейчас убью. Меня не трогайте, возьми камеру. И камеру сюда дай. Иди, блядь, отцепляй. Я тебе говорю, иди, блядь. Я вас трогаю, мужчина. Да мне похуй, трогаешь ты меня или нет. Иди сюда. Иди сюда. Да, можете, пожалуйста, отойти. Спасибо. Ну и что? Так, пусть, блядь, пусть он, блядь, отдирает. Иди, отлез, твоя машина. Гриша, Гриша. Активисты, блядь, их не я. Активисты, блядь. Ты доволен? Нормально, не понимали, вот так лучше. Нормально что, не понимали? Ты дебил, блядь, ты что, пьян, что ли, блядь? Ты мусор. Ты кто такой вообще? Активист. Ладно, не надо, ничего, отдыши. Иди работай, приходи, зарабатывай себе на машину. Чмо, а ты чё, блядь, стоишь? От камеры отойдите, девушка. От камеры отойдите. Да, дома, блядь, активируй. Активируй дома, блядь. Гражданская позиция, учите закон. Пойдем. Я в шоке! Сейчас смоемся, ребят. Спасибо. А то что, ребят? А можно? Да, конечно. Все. Сейчас отпалим. Спасибо большое. Добрый вечер, мужчина, общественный проект StopCam. Вас еще не закрыли, ребята? Нет, не закрыли. Спасибо большое. Я не знаю, кто победил, но... Победит правда, будьте уверены. Спасибо, всего доброго.